как-то странно здесь, не находите? Тихо так. Отсюда просто не слышно музыки Глеба. Отлично, это нам подходит. Как насчет переехать сюда, а? Поздно, тут уже нечисть прописалась. Ах, точно. Я не вижу никакой нечисти. Только пустые коридоры под землей. А вот увидят, совсем по-другому запоет. Душнило. Так, дальше так темно, что идти придется на ощупь. Есть предложение, что делать? А, так у меня фонарик есть. Что ж ты сразу-то не достал? Заткнись и просто возьми. Вау. Эй, умник, ты тоже возьми. Спасибо. Смотрите, впереди еще развилка. Нам что, снова разделяться придется? Так, ну, вы оба такие беспомощные неудачники. С кем мне объединиться, кто пойдет один? А то не очевидно. Если ты забыл, то твой друг вообще-то я. Ну, ты хоть орфографическим словарем отобьешься. У этого гения только фонарик и дикая уверенность в себе. Не волнуйтесь, я вполне могу пойти один. Признаться, ваша болтовня мне порядком надоела. Ой, ну идешь ты на небо за звездочкой. А тебе тут пекутся, а ты... Юка, я обещаю поставить свечку за твой покой. Спасибо тебе. Как думаете, нам вообще угрожает опасность? Ну, разумеется. Ради этого мы идем вперед. Круто, только немного волнительно. Не переживай, я главная героиня, так что у нас сюжетная броня. Главная героиня чего? Понятия не имею. Ой, оказывается, когда я летаю, мои звездочки светятся. Они смогут осветить нам дорогу. Шикарно! Пожалуй, Тань, я даже не буду спрашивать, как именно ты летаешь. Ну, метлы нет, вот и выживает как может. А-а-а! Родные, впереди развилка. Куда пойдем сначала? Налево пойдешь, люлей огребешь. Направо пойдешь, сырник найдешь. Идем направо! Что-то маловато нечисти не находишь? А может, какой-нибудь монстр сейчас за нашими спинами? Не говори глупостей. Будь какой-нибудь монстр за нами, нас бы тут уже не было. Так что, даже если и так, это был бы какой-нибудь монстр-неудачник. О, Юка! Эти подземные коридоры — сплошной лабиринт. Ненадолго мы разлучились, к сожалению. Нашел что-нибудь? Ну, теперь да. Вот эта находка. О, хоть что-то интересное в этих однообразных коридорах. Тут какие-то разные тетради, книги учета. Тут, кстати, может быть информация о монстрах и способы защиты. Ага, сейчас. Но я бы изучил все это. Правда, из-за влаги часть листов размокла. А нижние тетради даже нет смысла подбирать. Все же уже хоть что-то. Забираем все, что читаем, и идем дальше. Гляньте, какой-то подозрительный черный пакет. Нет, добро. Отличная новость. Итак, барабанная дробь. И тут... ролики. Чего? Что они тут делают? А какая разница? Все в дом, все в дом. А тебе вообще... нужны ролики? Мне нет. Тогда имеет смысл оставить их здесь. Еще чего? Я заберу. Выглядят они нормально. Предложу Зайре. Она же у нас любит спорт и все такое. А ты любишь ей угождать. Ты что, только понял? Я, пожалуй, на время облачусь в них сам, а то кроссовки уже насквозь промокли. Ты фигню в интернете поменьше заказывай, чтобы потом в одной сеточке не ходить и зимой в подземье. Ну кто ж знал-то? Да все знали. Там было 28 отзывов, и все с одной звездой. Ой, да ладно вам! Не учите меня жизни, иначе я начну учить вас орфографии. Да мы ж любя. Зачем сразу угрожать? Вы экипировали ролики. Что? Он геймер, не обращай внимания. Между тем, впереди еще развилка. Ну, замечательно. Я снова убегаю. Всем пока. Пока. Что ж, и вот мы снова одни. В одиночку тебя подкалывать не так забавно. Но, допустим... Ты прям как Стелла из Винкс. Освещаешь все вокруг. А вы тогда кем будете? Лейла или Рокси. Они обе классные. Я тут ГГшка, но я не уверена, что хочу быть Блум. Мне нравится Муза. Почему ты вообще называешь себя главной героиней? Зачем тебе нести на себе это бремя? Скоро узнаешь. О, женщина-загадка. Ой, смотрите-ка, фонарик. Здорово. Ну что на полу подвала делает фонарик? Лежит. О, он еще и работает. Знаете, что сказал бы Вовка? Вованчик? Ага. И что же? Вы экипировали фонарик. Хорошо. Идем дальше. Эти выглядят более сухими. Отлично. А это еще что? Ладно, возьму с собой. Ой, ну перестань. Я не куплюсь на такой дешевый прикол. Мог бы хотя бы порычать пострашнее, да костюм подобрать поприличнее. Что это за уродство? Тоже брал товар с одной звездой в оценках. Если хочешь быть нормальным пранкером, никогда не ведись на низкие цены. А иначе, кроме такой реакции, не увидишь никакой. Ой, и не надо лить свои поддельные зеленые слезы. Хотя, если хочешь, заплачь.
И тогда этот бро принес сахарную пудру в школу. Так, чем история закончилась? Повязали его. Ой. Я иногда жалею, что в 10-й не пошла. Скучаю по этим балбесам. Но и не могла не пойти в колледж за Таней. Как-никак, сила интернет-дружбы на многое способна. И это очень мило. А я вот осталась в 10-м. И с уверенностью скажу, что там сразу закончилось все веселье. Вдруг все стали такими ответственными? Кроме тебя, я так понимаю. Эй, у кого живот урчит? Тот леденец был просроченным. Видно, очень просроченным. Смотрите, там, позади! На нас бежит монстр. А, всего лишь монстр. Наконец-то! Сейчас я его изгоню. Корки полосатого лимона, дайте мне сил! Изгоните нечисть проклятую! Сработало. Я попробую еще раз. Сила громогласной шавермы, дай мне победить! Эту палочку я изготовила по рецепту моей бабушки. Дай мне сил, сил, не почему сил? Не работает? Отойдите, я возьмусь за дело. Сила штатива! Он вырубился, но не думаю, что это надолго. Бежим! Экзорцизм не работает. Почему мы не бежим к выходу из подвала, а продолжаем пробегаться по коридорам? Так получилось. А вдруг впереди тупик? Не хочу прерывать ваши разговоры о важном, но монстр очухался и на нас мчит. Вот же, блин. Вы можете бежать быстрее? А ты можешь лететь молча? Ой, какие классные кадры у меня получаются. Главное, чтобы они не стали последними. Это да. Зайра, ты же заметила, магия волшебной палочки ненадолго заставляет монстра остановиться. И мне что, пулять в него как с пулемета, ага? Да. Халявные спецэффекты. Какой удачный день. Магия фруктовых овощей, силы кубиков синего цвета, поешь. Волшебство толпы эпичных названий, на! Ой, девочки, куда теперь? Налево. Направо. Ладно, хорошо, направо. Хорошо, налево. Ай, а! Чего? Девочки, вы там как? Девочки, ты не девочка! Уй! Тупик, не берусь утверждать, но кажется, у меня проблемы. Кажется, сработал какой-то механизм, и откуда-то сверху свалилась гора камней, удачно отрезав нас от монстра. Это я поняла. Ну, ты просто спросила, вот я и... А где Таня? Где Таня? Стало быть, убежала в другую сторону. Блин! Алатик. Это ужасно! Монстр же за ней погнался! А этот обвал не даст нам пройти и спасти ее! Как тупо! Прям как в мультиках! Отстой! А ты, сволочь, все улыбаешься! Весело тебе? Не кипятись! Я просто уверена, что с ней ничего не случится. Таня могла бы скрыться от монстра под потолком. Она же летает. А монстр, может, хорошо прыгает. Ты часто видишь прыгающих монстров? Да я до этого вообще монстров не видела. Пойдем. Будем искать твою соседку. Ага, извини. Когда я нервничаю, такая вспыльчивая. Не переживай, я тоже. Да ну. Об этом потом. Ты права. Нельзя терять время на пустой трёп. Надеюсь, что продолжение следует.